Региону нужны неравнодушные люди. Об этом заявил губернатор Игорь Орлов на встрече со своими представителями в районах. Подвели итоги работы общественного института. В уходящем году проведено 218 приемов граждан, поступило 630 обращений, из которых больше половины решены. На встрече обсудили вопросы, среди которых газификация области, внедрение новой системы обращения с отходами и ремонт региональных и муниципальных дорог. С особым трепетом и пиететом отношусь сейчас к тому, что связано с развитием гражданского общества. Коллеги, я очень прошу вас, как моих общественных представителей, сегодня обратить внимание на неравнодушных людей. Неравнодушных и способных к диалогу и конструктивному взаимодействию. Также Игорь Орлов вручил удостоверение своим новым представителям и отметил их работу благодарственными письмами.